начинается второй день моего отпуска. Утро, 9 часов. Я еще пока не завтракал. Выспался. Хорошо поспал. Единственный сосед один мучил меня, блин. Не, хостел это, конечно, блин, круто, дешево. Но в то же время и хреново, то, что тебя кто-то мучает постоянно. Не поймешь, то он хочет спать, то не хочет. Как начал барахтаться, блядь, ни с того, ни с сего. Короче, ужас. Ну, ничего страшного, главное, я выспался, настроение у меня хорошее, боевое. У меня сегодня очень много что запланировано. И буду выдвигаться в Сочи. До Сочи ехать всего-навсего, блин, 500-700 километров. Короче, херня ехать. Вот в Сочи, я уже думаю, там будет поинтереснее. Хотя и Ростов мне очень понравился, особенно ночной Ростов, блин, классный. Что тут говорить. Ну все, я пошел завтракать, кушать. Тут столовая недалеко есть. Как она называется? Кушать подано. Короче, вот так вот, все дела. Там за 200 рублей можно объесться. Вот такое вот заведение. Завтрак мне обошелся в 59 рублей. Все, у нас все. Так что сейчас буду кушать. Что я тут взял? Макароны, там всякое равно. Блинчики, чай. Так что все, буду кушать. Всем приятного аппетита, кто тоже кушает. Я решил уже немножко выдвигаться все-таки. Поднадоело, тем более хочется и в Сочи пораньше попасть, чтобы и там погулять. И посмотреть, что там, тем более ехать все-таки 7 часов. Я приеду туда к вечеру только. К сожалению, Блаблакар меня кинул. Никто не захотел с Ростова ехать. Сейчас я еду на заправку и сразу тогда выезжаю. У меня закончилось что-то все. И бензин, и газ, что-то все позаканчивалось, я не знаю. Ну, все, в поездку. В путь. Чтобы найти заправку, мне пришлось объездить практически весь город. Но она оказалась на выезде. Но ничего страшного, я машину заправил полностью и теперь готов отправляться уже в Сочи. В Сочи я решил поехать пораньше. Время 10 часов, ну там 11 почти. 11 часов дня. Я думаю, сейчас выйду, уже вечером буду в Сочи. И хотел подвести небольшой итог по Ростову. Что мне понравилось? Понравилось, ну, практически все здесь. Также архитектура очень старая. Город очень старый. Видно то, что вот реально постройки древние. Не то, что у нас как в Воронеже, да. Я просто могу сравнить только с Воронежем, да. Потому что я только там был. Здания очень древние. В хостеле, в котором я жил и ночевал одну ночь, мне тоже понравилось там, ну, это общежитие, как бы, да, получается, ну, сойдет. Там можно было переночевать, самое главное, очень дешево, тоже это хорошо. Что еще понравилось-то? Ночной Ростов, очень красивый ночной Ростов. Я, конечно, по нему не поездил, по всему Ростову, потому что очень устал, правда, блин, после дороги, еще плюс гулял, ну, очень устал. Город Ростов я ставлю большой-большой лайк. Мне очень понравилось. А теперь мы отправляемся в Сочи. И я думаю, там тоже что есть поснимать, как бы, да, все-таки курортный город. Но если будет что-то интересное в дороге, тоже попытаюсь это заснять. Экстренное включение, да нет, шучу, конечно. Все, заехал на заправку, Газпром, газ заправлял. Прикольно, мне что, окна помыли, блин, фары протерли, машина грязная, блин. Плюс купил еще вот такую вкусняшку, бутер, сосиску за 110 рублей. Довольно-таки вкусные. И вот дальше осталось 345 километров. В общем-то, я думаю, доеду как-нибудь потихонечку. Там солнце, наверное, светит. Наконец, эта мрачная Россия закончилась. Скоро начинается юг. Въехал я в этот солнечный городок. Настроение прям сразу улучшилось. Вы знаете, я солнце что-то так давно не видел. Блин, я не знаю почему. Но едешь, раз-то. И небо сразу синее такое, блин. И солнце светит. Ну, откуда ни возьмись, блин. Это как со снегом, когда вот был в первый день отпуска. То же самое, еще раз и снег пропал. Все так быстро, все так удивительно, блин. Классно. А вот он и Краснодарский идет. Торговый центр. Довольно-таки интересно он сделал. Ну, будем дальше ехать. Море все ближе и ближе. Уже начались горы. Сейчас начнутся перевальчики небольшие. Блин,
зачем я это сделал? Зачем? Я не знаю. Ну ладно, бог с ним. Я уже здесь, на самом деле. Мне до Джубки осталось 64 километра, а после Джубки, я не знаю, ну там еще, может, километра 150. Хрен с ним. Короче, я уже на море практически, ребята. Сейчас я буду тут отдыхать. На самом деле, я очень хочу посмотреть олимпийские объекты. Еду в Джубке, как ни странно, через сам город. Город довольно-таки тоже интересный. Видно южные улочки эти узенькие, маленькие. Ну вот, если честно, вот сейчас пока не скажешь, то что где-то тут рядом есть море. Обычный городок, Семилуки, я не знаю, ну что-то такое. А тепло вы себе не представляете, блин. Вот весна наступила, знаете. Хотя сейчас январь месяц только. Блин, вообще шикарно. Зачем я зимнюю куртку-то надел, я даже и не знаю. Ребят, я сейчас нахожусь в раю, у меня такое чувство, на самом деле. Тепло, хорошо, солнце светит, море плещет. Я просто вот не знаю, я в шоке. Я в шоке на самом деле, блин. Я настолько рад, что я сюда поехал, вы себе не представляете, блин. Смотрите вот на это. Конечно. Страшно подходить. Смотрите. Я очень счастлив, как ни крути, блин. Я наконец-то на отдыхе, на море. Блин, вообще шикарно, блин, шикарно. Люблю море. Море, 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 пляж, много сисек, жоп и так далее. Красота неимоверная, не поверить себе, блин. А сзади красота, конечно, а тут вообще везде. И там, и там. Блин, классно. Я выбрался, блин, на улице вообще классно. 8 градусов тепла. Немного осталось, так что все. Надо взять яйца в кулак и ехать. Ехал, и тут такая оказалась какая-то, как ее назвать, мостушка, что ли, где можно посмотреть с высоты птичьего полета вот на это все. Фух, осталось 100 километров, блин, ну этот серпантин, конечно, блин, он меня вымотал. Вообще я тут всех обгонял, и только увидел вот эту надпись и сразу остановился. Планета воздвигнул по славу, главный курорт в Сочи, Олимпийской столице игр 2014 года по инициативе мэра города Сочи, 2012 год. А также здесь вот такая вот пальма. Интересная довольно-таки. Короче, я уже рядом и все. Осталось немножко. Сочи меня ждет. Конечно же, Сочи. Ну, приехал я в Сочи наконец-то. Главное тут теперь не заблудиться мне. Приехал. Сейчас я заселюсь в хостел. Я уже забронировал себе через интернет хостел. Сейчас поеду, посмотрю, что там, как там. Покушаю и поеду погуляю еще в центре города.